Во всех 19 школах Ленинского городского округа сегодня прозвенели первые звонки, призывающие школьников к началу учебного года. Наш мобильный репортер побывал на линейках в Видновском художественно-техническом лицее и гимназии. Видновский художественно-технический лицей в этом году в первые классы поступило более 300 ребятишек. Всего же в учебном заведении будут учиться 2600 мальчишек и девчонок. 1 сентября на торжественную линейку лицеисты пришли нарядными и настроенными на учебу. Главные герои сегодня – первоклашки. Ох, как я хочу учиться! Обещаю не лениться и всегда к 7 часам просыпаться буду сам. Агата Петрова будет учиться в 1 А. Парадная одежда и белые банты не могут скрыть волнения. Я очень рада, что я иду в 1 класс. Я очень хотела дружить в школе с девочками, с мальчиками. Девочка обязательно запомнит свой первый день в школе, как и все первоклассники ВХТЛ, а также Видновской гимназии. Здесь в новом учебном году набрали 6 классов, всего более 200 малышей. Всего же в этом году в учебном заведении будет учиться 1420 гимназистов. Добрый путь, ребята! Эти слова сегодня услышат все 38 тысяч школьников Ленинского городского округа, отправляясь в дорогу знаний и новых открытий.